привет. Вот я приехал на Улувата Temple. Это не храм, наверное, комплекс. Не знаю, въезд на территорию стоит, по-моему, 2000 местных денег. Здесь кафешки, огромные парковки. Вот, приехал я тут оттуда. Что здесь находится, я даже, пока, честно говоря, не представляю. Но возможно, что здесь тоже провожают закаты, как и, в принципе, везде в Улувату. Вот здесь, наверное, покупают билеты на вот какое-то шоу, на танцы. Mohon perhatian kepada para pengunjung, harap berhati-hati dalam membawa kacamata, topi, perhiasan, dan barang-barang lainnya yang dapat diambil oleh monyet. Jika barang-barang Anda diambil oleh monyet, maka didampingi oleh petugas kesehatan. Mohon untuk membuang sampah erat yang ada. Please be careful in bringing sunglasses. Сейчас я схожу, тоже куплю билет, смотрю, что там вообще предстоит. Вот, короче говоря, стоит это взрослый 20 тысяч рублей, детский 10 тысяч рублей. Вот здесь вот одевают такое облачение. Вот и меня тоже одели. И сейчас мы пойдем посмотрим, что там вообще предстоит. То есть, если это вот шоу, оно как раз танцы, они с половины, по-моему, с половины шестого или шести. Вот здесь такая офигенная смотровая площадка. Все ходят вот в таких саронгах, поясами. У кого-то просто саронг, у кого-то просто пояс, а у кого-то пояс и саронг. Как у меня, например. Пояс и саронг. Я, конечно, красавчик. О, Улувату. Видите как. А здесь говорят, что обезьяны. Надо беречься. А тут что-нибудь, они что-то не подрезали. Вот у нас тут будут вообще. Здесь какая-то очередь, я не знаю, что здесь продают. Какие-то билеты, короче говоря, с каким-то сертификатом. И стоит это 100,000, по-моему, 100 тысяч рублей. Ой, 100 тысяч этих местных, то есть на наши деньги это 500 рублей. Вот такая вот хрень дает, я даже не знаю, что такое. Может, это какое-то на шоу, но я покупать не буду. Ничего, я купил вот билет, он, не знаю, входной он там или какой. Здесь вообще классно. Короче, возможно, вот туда и вот это шоу, туда и пускают, только вот, ну, какое-то вот шоу, может, там танцы, вот там вот, зрелище будут смотреть, не знаю, что-то не хочу ничего смотреть, вот, и вот народ туда проходит по этим билетам. Народ там сидит, вот этот театр, театр начинается. Это какое-то шоу. Ну, я не хочу смотреть.
сидеть нахрен, надо париться. Нет, не интересно, честно. Вот здесь такая, помимо набережной, вот такая территория, куда-то в лес. Вдоль набережной, сейчас посмотрю, что там находится. Еще на самом деле я сюда не собирался. Получилось так, экспромт. Сегодня был на двух пляжах. Один вот этот вот такой около Аяна Resort and Spa Hotel. Находится этот пляж такой вот, где я, где ногу порезал, поранил. Вот. И второй, тоже от него недалеко, забыл, как называется. Вот здесь, как всегда, сувениры. Смотрите, как красота открывается. Вообще крутяк. Вот это виды. Закат. Возвращаемся.
вот этот вот танец качак, как он там называется. А, да, точно, вот это действие, этот танец, там все поют. Всем привет! 2 января 2016 года мы приехали в древний индуистский храм Танахлот. Вон дурьяна, махни. Как водичка? Отличная. Смотрите, какой Серега был красивый. Серега, скажи, что ты, как ты вообще? Доволен закатом? Круто. Но закат еще не начался. Ждем. Еще минут 5-7. Закат на Танахлоте.